Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире авторская передача «Культурный слой» и я, ее ведущая, Любовь Почерникова. Традиционно осенью в нашей области проходит фестиваль искусств «Дни российской культуры». О том, каким он будет в этом году, узнаете из нашей рубрики «Главная тема». Сегодня у нас в гостях Эдуард Аркадьевич Гуревич, директор Ивановской государственной филармонии. Эдуард Аркадьевич, здравствуйте. Добрый вечер. Не так давно открылся сезон филармонии, уже совсем скоро начнется фестиваль искусств «Дни российской культуры». Расскажите, пожалуйста, вот напомните телезрителям, когда этот фестиваль появился, для чего он был создан? Традиционно в октябре месяце мы проводим фестиваль «Дни российской культуры», в этот раз в 27-й раз. Фестиваль «Дни российской культуры» стал преемником ранее проводившегося фестиваля, который назывался «Красная гвоздика». Он проводился в майские дни, ну, потом он был трансформирован. Две цели здесь. Во-первых, это отчет творческих коллективов Ивановской области в разных жанрах. Это и концерты, это и библиотеки, и выставки, о проделанной работе, условно говоря, за прошлый год. Такой отчет мы проводим в области порядка 300 мероприятий на этом фестивале. А также желание познакомить ивановского зрителя с лучшими мастерами искусств России, иногда даже зарубежными. И вот основная программа фестиваля, которая проходит у нас на сцене, в филармонии, и в музыкальном театре в этом году будет два мероприятия, это встреча с мастерами искусств России. Вот. Откроется фестиваль 20 октября концертом ансамбля «Песни и пляски» войск Национальной гвардии. А закроется фестиваль 2 ноября. Нам впервые в Иваново приедет оркестр «Фонограф джаз-бенд» и маэстро «Голос» Сергей Жилин. Но этот коллектив всем известен, потому что он все время на экране, когда идет программа «Голос». Мы всегда подбираем так, чтобы программа фестиваля была разнообразной и рассчитана она была на разного зрителя. 21 октября у нас в филармонии пройдет спектакль «Фламенко», который называется «Возрождаясь». Его привезет театр музыки и танца «Эстрелла ди Ориенте», московский коллектив, который много гастролирует, вот мы его впервые приглашаем к нам. 22 октября мы решили показать старый фильм Чарли Чаплина, который называется «Огни большого города», но он будет с живым музыкальным сопровождением. 23 октября уже традиционно мы представляем на фестивале и наш коллектив, но с звездными солистами. Значит, 23 октября у нас на сцене выступит камерный оркестр Ивановской филармонии, с которым будут петь Алена Смирнова, это дипломант международного конкурса, ивановская певица, а также лауреат международных конкурсов, приглашенный солист Большого театра Рустам Еваев, контртенор. В программе музыка «Скарлатти» «Стабат Матер». 24 октября другой наш коллектив, оркестр русских народных инструментов, выступит с обладателем гран-при международных конкурсов Сергеем Зыковым, баритон. А накануне этот коллектив покажет свою программу в Кинешме. Их программа называется «Есть одна хорошая песня у Соловушки». Это песни и стихи Сергея Есенина. Программа посвящена Есенину. 25 октября творческий музыкальный проект «Неоклассик», группы «Неоклассик» из Москвы. Концертная программа их называется «Углы». Такой любопытный современный квартет. В этом концерте примет участие еще один коллектив из Иваново, струнный ансамбль «Интермеццо» Ивановского музыкального училища-колледжа под управлением Валентины Новиковой. 27 октября мы ждем с нетерпением встречи с композитором, народным артистом России Максимом Дунаевским. Он был заявлен в программе несколько лет назад у прокатчиков наших, но сейчас он точно доедет к нам,
прошлый раз они ему отказали, объявив концерт, не смогли его принять. Вот. Но он приедет не один, тоже с певицей и с музыкальным ансамблем. Будет авторский вечер Дунаевского. Расскажите, пожалуйста, о стоимости билетов. Стоимость билетов колеблется от 250 рублей до 1850 рублей. Поскольку правительство Ивановской области дает небольшую дотацию на этот фестиваль, то мы можем держать такие цены. Ну, например, приезд Максима Дунаевского, он проект неокупаемый, несмотря на то, что такая известная личность, но мы его не окупим. И только благодаря поддержке правительства области, департамента культуры, мы смогли его пригласить. Фестиваль можно провести только при поддержке. Поскольку часть концертов, они рассчитаны на очень ограниченный круг публики, академические, на них мало кто, ну, недостаточно много, я бы сказал, ходит в зал, но они должны присутствовать. Более того, филармония все-таки это в первую очередь академическое, консервативное в этом плане заведение, и мы должны, так сказать, прокатывать вот и академический коллектив, который не всегда находит своего зрителя в большом количестве, я бы так сказал. Вот. И поэтому это позволяет нам держать цены такие вот очень демократичные. Ну, в частности, Чаплин 250-300 рублей стоит у нас показ фильма. Оркестры наши выступают с солистами, которых я назвал, 300-350, то есть вот такие. Поэтому у нас дороже всего Дунаевский Максим, ну и маэстро Жилин. Сколько средств правительство выделяет на проведение фестиваля? Вот вы знаете, правительство нам выделяет всего 2,5 миллиона рублей, и мы проводим за этот счет 3 фестиваля. Фестиваль Дни российской культуры, фестиваль камерной музыки, который теперь мы проводим рассредоточенно в первой половине года, то есть с февраля или с января по апрель, там несколько, 5-6 концертов мы проводим, а также джазовый фестиваль, джазовая прогулка. Вот, мы умудряемся в эти 2,5... Это очень мало, конечно. Ну, мы собираем какие-то деньги с билетов, и, соответственно, это тоже вкладываем. Ну, конечно, недешевый коллектив Виктора Елисеева, вот, потому что коллектив 100 человек. Их надо привезти, разместить, накормить, декорации, костюмы привезти. Вот. Сам коллектив, в общем-то, мы договорились по очень такой сходной цене с ними, по гонорару. Но вот приблизительно еще столько же, а может быть чуть больше, стоит вот переезд, расселение. Расскажите про сезон в этом году, да, вот что помимо Дня российской культуры, какая дальше программа будет? Да, пожалуйста. Так вот, не успеет закончиться этот фестиваль, оркестр наш камерный готовит программу на декабрь месяц с приглашенными солистами. Солистами будут учащиеся Центральной музыкальной школы Подмосковской консерватории. Это традиционно у нас в декабре бывает. Вот. Параллельно, помимо этих концертов, джазовая тема у нас присутствует практически ежемесячно по одному концерту. Дальше мы будем готовить новогоднюю программу. Мы для детей, естественно. И мы эту программу обычно показываем больше 80 раз. Во второй половине года у нас планируется программа, камерный оркестр будет готовить с народной артисткой России Верой Добролюбовой. Концерт пройдет в марте. Ну и будут, как я уже сказал, исполнители в рамках камерного фестиваля, другие, приедет виолончелист, ну, приедут другие исполнители. Вот. Будут также продолжены и джазовые концерты, и будет Ночь филармонии в этом году. Расскажите подробнее. Да, Ночь филармонии, вообще это, как мне кажется, это не наш формат, с одной стороны, потому что это вот такое клубное мероприятие, оно больше подходит клубным учреждениям. Вот. И мы все-таки мы академическое заведение, нам бы больше попропагандировать это.
Но тем не менее, в прошлом году мы впервые провели, и вы знаете, было интересно. Интерес присутствующих был большой. То есть мы показали и возможности нашего камерного оркестра, когда он играл вальс, а присутствующие в кулуарах подготовили танцы, вальс, желающие, и потом они танцевали под оркестр. Потом вышли настоящие артисты, которые танцуют бальные танцы, и показали мастер-класс. Такой вот. Было интересно, в буфете пели наши солисты под рояль, мы угощали чаем народ. Потом был чердак такой у нас, где выступали бардовские музыканты, тоже пели, и можно было это посетить. В конце концов был дан концерт народного оркестра, который был предварен юмористической такой сценкой. Чуть не подрались, в кавычках, наши руководители, руководители оркестра народных инструментов и камерного оркестра, кому же играть. Вот. То есть было любопытно, интересно. Что в этот раз придумают режиссеры, я не знаю. Спасибо вам за беседу, спасибо, что пришли. Спасибо вам. Иваново и Санкт-Петербург. Казалось бы, что их связывает? На самом деле есть много интересных фактов из истории двух этих городов и их жителей. О них мы и поведаем. В Иванове живет потомок лицеистов Любовь Шатрова. Много лет назад она получила дневник своего прадеда Александра Павловича Лемсона, но заинтересовалась документом не сразу. Когда открыла дневник, поняла, что держит в руках настоящее сокровище – память о своей семье. Он проживал в Санкт-Петербурге на улице Фонтанка, там рядом с Анечкиным дворцом до сих пор стоит наш дом, в котором сейчас располагается Дом пионеров. Будучи историком по образованию, Любовь Георгиевна выяснила, что два ее предка учились в Александровском лицее, который был основан как Царскосельский 19 октября 1811 года. Более 300 лет наша семья проживала в Санкт-Петербурге практически с первых дней. Многие отдали именно свои силы на служение России в качестве военных. 17 генералов, 4 адмирала в семье. Мой прадед был военно-морским офицером. Его дядя, который был лицеист, учился в Царскосельском лицее, в Александровском лицее, он был статским советником. Дневник содержит воспоминания, как прадед готовился к поступлению в лицей. Попасть туда мог далеко не каждый. Все 4 месяца, начало 1899 года, я готовился к этому экзамену. Отец пригласил двух преподавателей, знавших требования лицея. Кроме того, требовали знания некоторых основ английского языка, который мне был совершенно незнаком. Для занятий английским отец пригласил англичанку, которая приходила 3 раза в неделю. Хорошо зная французский и немецкий языки, было сравнительно нетрудно усвоить начало английского. Кроме того, мне было совершенно незнакомой ботаника и зоология. Одолеть все это было сравнительно нелегко, но экзамен я сдал очень хорошо. Каждый курс выпускников лицея имел порядковый номер. Прадед Любови Георгиевны – выпускник 65-го курса. Однокурсниками у деда были фон Баумгартен, Бергард, Гурко Ромейко, Ильин Алексей Алексеевич, это первый летчик России. Прадед после окончания Александровского лицея, он поступил в корпус под Петра Великого. И в 1908 году, когда они были на курсовой подготовке в море, они были у берегов Италии, там случилось землетрясение в Мессине и Калабрии. И они спасали этих людей. То есть и назывался он «Мессинский выпуск».
вошел в историю. Фотографии этого выпуска в альбоме есть, как и несколько других снимков лицеистов. Таких карточек нет даже в музее Царскосельского лицея. А еще в дневнике от руки записано стихотворение, посвященное лицею. Оказывается, это лишь фрагмент, и его вторая часть хранилась в Санкт-Петербурге. О существовании первой там не знали. Называется оно «19 октября 1903 года». Написал его выпускник Цурмюлин 55-го курса в 1903 году. «Высокий дом стоит в саду тенистым, сегодня праздник светлый в доме том. И если ты зовешься лицеистом, о, как тебе не вспомнить этот дом! С ним связаны все воспоминания, в нем родились все юные мечты. К нему летят все наши пожелания. Лицей, навечно будешь дорог ты». Есть в альбоме и вырезки газет, посвященные празднованию столетия лицея в 1911 году. В качестве подарка для учебного заведения выпускники заказали у Репина картину «Пушкин на лицейском экзамене». Человек, который готовил к столетию Александровский лицей, к празднованию, был приглашен такой Александр Фомин. Он построил здесь, по его вернее проекту, была построена научная библиотека в Иваново. То есть мало кто об этом вообще знает. А уже на праздновании 200-летия лицея Любовь Георгиевна присутствовала лично и имела возможность пообщаться с потомками лицеистов, в том числе и с родственниками Александра Пушкина. В нашей рубрике «История одного экспоната» мы продолжаем знакомить вас с ивановскими музеями и их коллекциями. На этот раз речь пойдет о картине «Вдовушки» Павла Федотова, которая, без сомнения, является гордостью Ивановского областного художественного музея. Картина «Вдовушка» попала в собрание Ивановского художественного музея из Третьяковской галереи. На сюжет повлияли события в личной жизни Федотова, точнее, семейная трагедия его сестры. Брак оказался неудачным. Муж был пропойца, и брак закончился печально, поскольку муж умер, оставив вдову, еще и на руках было двое детей, один младенец, без средств к существованию. Имущество, которое досталось ей до брака, ее домик, он должен был также пойти в уплату за долги мужа. Как известно, напряженная до изнурения работа над картиной заняла у Павла Федотова 2 года. Он неоднократно возвращался к этому сюжету и создал несколько вариантов «Вдовушки». В поисках идеального образа изображение претерпевало существенные изменения. Художник прежде всего акцентирует слезную печаль героини. Опухлые черты лица, фигура, потерявшая грациозность молодости. В более сдержанном холодном варианте «Вдовушки» с лиловыми обоями мы видим другой образ. Прихорошенькой, приграциозной молодой женщины, в стилистике портретов Карла Брюллова. Работе присуща детальная писательность. Создавая свою «Вдовушку», художник не придумывал, а искал подходящие для интерьера предметы и элементы одежды. Платье вдовушки не выдумано. Молодые вдовы, и вдовы в России вообще, траур носили 3 года, и по истечению 1-го, 2-го и 3-го года вариант траура менялся. 1-му году соответствовало черное платье с глухим воротом, и количество траурных полос, белых полос на платье, оно варьировалось от социального положения вдовы. Вариант, хранящийся в Ивановском художественном музее, единственный из законченных. Напряжение здесь достигает своего пика. Детали интерьера минимизированы, и свеча догорающая, она практически не освещает комнату, а напротив подчеркивает ощущение обволакивающего сумрака. По соседству с «Вдовушкой» размещены работы Карла Брюллова. За советами, продолжать ли свой творческий путь, Павел Федотов обращался к известному художнику, но тот сперва рекомендовал ему не оставлять военную службу. Второй раз художник встретился с Брюловым уже, когда он работал над программой, которая давала бы ему звание академика. И как раз показывал ему работы, которые потом представил суду академии на выставке для получения этого звания академика живописи. И он получил уже одобрение, естественно, художника, одобрение и поощрение своим трудам. Отмечал художник Эмиду Карла Брюллова и возможности, способности Павла Федотова в передаче тех предметов, которые художник так мастерски научился изображать.
Состоялась у художника и третья встреча с Карлом Брюловым, но, правда, во сне. Тот явился и раскрыл секрет написания «Красного дерева», изображать которое так любил Павел Федотов. Вот такая история. Для чего нужен ловец снов? Только ли для того, чтобы крепко спать? Ответ на этот вопрос вы найдете в нашей рубрике «Мастерская». В качестве основы для будущего ловца снов подойдут ветки рябины или ивы. Важно, чтобы они хорошо гнулись и не ломались. Кроме того, потребуются любые нитки, синтетические или шерстяные. Принцип такой, что мы сначала оплетаем нашу веточку, и потом просто к центру начинаем плести такую сеточку, которая постепенно будет сужаться. Мы можем одевать всякие бусиночки на нее. Все, что нам захочется. Тут нет никаких ограничений. Плести подобие паутины не составит труда. Нить необходимо продевать через предыдущие петли и обматывать вокруг них. Я думаю, каждый справится с этим делом. У меня 5-летняя дочка справилась. Чтобы украсить ловец снов, потребуются бусины или ракушки. Можно их вплести, а можно закрепить декоративные элементы при помощи клея и пистолета. Мне кажется, отдыхаешь, когда что-то делаешь руками, когда пытаешься творить. Так как я мама троих детей, у меня этого получается крайне редко, когда я могу уделить себе время. По сути, ловец – это домашний оберег. Также можно с его помощью приманить вдохновение и радость, разобраться в причинах происходящих в реальности событий. Есть поверье, то, что ловец снов – он ловит плохие сны, и когда мы вешаем его над кроватью, нам начинают сниться только хорошие. Но, в принципе, мы можем делать это не только для того, чтобы прогнать плохие сны. Это просто может быть красивым украшением нашего интерьера. Мы можем украшать его вещами, которые мы нашли, например, где-то на море или в лесу. Да, веточки, какие-то перышки, может быть, камушки. И нам просто будет приятно смотреть на него. А еще говорят, если загадать желание в процессе работы, то оно обязательно сбудется. В этом году правительственные премии для молодых деятелей культуры и искусства получили сразу 8 талантливых ивановцев. Они реализуют проекты, которые делают наш город интереснее. Так, например, площадь Пушкина украсили театральные скамейки. Не так давно в областном союзе театральных деятелей завершилась очередная заявочная кампания этого конкурса. На этот раз заявки направили 18 ивановцев. Среди представленных проектов – монопостановки, лекции, концерты для ветеранов спектакля. В этом году размер денежного поощрения составит 72 тысячи рублей. Итоги конкурса подведут в ноябре. Условия этой стипендии таковы, что нужно эту деятельность – это не за творческие заслуги на сцене, а это вот общественная деятельность, которую ты ведешь в рамках своей профессии, там, певец ли ты, хореограф ли ты молодой. На этом все. Очередной выпуск передачи «Культурный слой» ждите, как обычно, ровно через 2 недели. Всего хорошего и до новых встреч!